Всем привет! Мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Итак, у нас сегодня глобальная задача — попробовать освоить новое место добычи. Что я имею в виду? То есть у нас здесь несколько мест, куда мы можем время от времени посылать роботов, которые нам добывают без нашего участия всякие ингредиенты. Вот, как вот такие. Вот мы берем туда, посылаем. И они там шурудят. Вот одно место. Бункер какой-то. Автостоянка, бункер. И у нас очередное место есть. Вот этот бункер. И нам в этом... В этой серии сегодня надо его привести к повиновению. Так, прокачали мы нашего очкастика. Так, соберем, что у нас тут нападало. Спасибо. Так, здесь мы набираем бутылки. Я не знаю, кого открывать, если честно. Келлога мы открыли, Сара Лайнс у нас открыта. Мэр, Дездемона или этот Чупакабр. Господи, как его? Который с молоком. Вот. Супермутант. Даже не знаю, кого из них открывать. Честно, не все не очень нравятся. Поэтому я пока не тороплюсь. Просто собираю бутылки. Так, что у нас здесь? О! Радикс. Бонусный. Спасибо. Он нам обязательно пригодится. Мы тут головастика нового получили в прошлый раз. Вон сколько у нас их уже. Ого! Итак. Итоги подведем. Что мы можем сейчас поднять, проапгрейдить? Ага, не можем пока. А кого можем? Можем. Собачку можем. Или инопланетянчика. Давайте инопланетянчика попробуем качнуть. О, нормалек. Сейчас он качнется и поедем. Так, у нас помимо этого еще на плане задание с... Еще там с кем-то заскоком. Ну, короче, сегодня мы будем выполнять задание у института. Так, вот это вот зачистка подземелья. Ну, давайте начнем не с него. Давайте сделаем сразу второе задание, вот это верхнее. А потом его. Оно вроде должно быть посложнее. Так, я не знаю, возьмем собаку, не возьмем. Давайте попробуем не с собакой, а с Мойрой. Как оно пойдет при таком перевесе 44-36. Поехали посмотрим. Как оно пойдет? Вломим, не вломим. Так, это у нас очередная станция, радиостанция. Пойдемте ее разведывать. Тут роботы, тут блестяшка. Конечно, за блестяшкой пойдем. Ага, тут пройти нельзя. Ну, отлично. Значит, роботы, вы наши. Получайте, распишитесь. Сейчас вы тут все гребете. Ох, у нас, гляньте. Ну, да, хилься, ты шо? Меня чуть вообще не завалили. С ума сойти. А теперь у нас Элли в роли танка. Ничего себе танк. Не, видимо, да, без собаки никак. Как-то что-то не очень. Начало впечатляющее. О, Игрун. Привет, Игрун. Давай сыграем. Давай вот это. Ну, не, не угадал. Ну ладно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Поехали поглядим, что тут у нас. Ага, тут двухэтажный, значит. Большая комната. А, тут босс. Ну давайте ему натрескаем. Чё не натрескать-то?
Ох ты шо. Лечись, а. Лечись. Лечись. Ничего себе, он тут нашу Эли трамбует. Вообще обалдел. Завалил. Да уж. Некомфортная ситуевина. Убить-то мы его убили. А дальше что? Так, нет, ты пока отдыхай. По-моему, мы уже в этом были. В этом подземелье. Это ощущение. Так. Да, были. Нам там да, секретные координаты института давали. Точно помню. Ага. У нас 3 стелс-боя. Только это нам может помочь пройти, наверное. Усилим до 30. Нам не поможет то, что нам надо завалить последнего боя, чтобы закрыть уровень. А мы его не завалим. И это фотофиниш. Надо было всех проходить, стелс-боями пропускать. На той толпе только набрать очков и сразу идти к боссу в конец. Но тогда бы мы его снесли. Всей толпой бы мы его снесли, если бы мы не цеплялись за полубоссов. А так мы крайне мало имеем шансов его завалить. Хотя... Не, вряд ли. Один инопланетянчик его вряд ли затащит. Он, конечно, наносит дамаги и лечится, но он вряд ли успеет. Не, не успел. Да. В смысле нет. Бил. Можно еще попробовать с собакой заскочить. Типа, чтобы собака на себя цепляла всех. Но. Что это за пакости такие? Что, попробуем с собакой или нет? Так. А вместо кого собаку брать? Все такие классные. Вместо Мойры. Ну, давайте вместо Мойры возьмем собаку. Да что ж со связью-то, ну? Ну не балуйся такая. Китайский сервер. Все нормально, мы играем. Не выделывайся. Да, я вспомнил, тут поэтому-то стелс-бои эти лежат, чтобы проскочить в случае чего. Предлагаю тогда так. Сейчас возьмем стелс-бои. А, ну вот этой толпе можно качнуться. Ну, в смысле, набрать спецприем. Ну так, собака гораздо лучше держит удар, чем Элли. А Элли ее еще и подлечивает. Не, да, танк нужен, без танка... Нет смысла выходить на улицу. ФАС, команда ФАС. Только исполняют ее почему-то роботы. Кто тут у нас? Никого, никого. Так. Проскользнем собаку. Да. Не будем с ней цепляться. И вторую собаку проскользнем. И сразу пойдем к боссу в конце. Его завалим.
И потом вернемся и всем натрескаем. Так, а тут усилялки нема, да? А зачем она нам действительно? Кто такое придумал? Ну что, давайте, не знаю, броню. И таким образом, думаю, мы сейчас что-нибудь удивительное сделаем. Ну как тебе, босс? Уже не так здорово? Ох, ты шо, ничего себе. Какой он злобный, однако. Куси его, куси. Надьте в бочку. Ну, Келлога нам еще затрамбовывает. Не, не затрамбовал. Да уж. Ничего себе, босс. Как таких проходить? Прям я не знаю. Так. Ну и с этим мы закончили. Это хорошо. Половину нашего желаемого на сегодня мы выполнили. О, еще одну. А это где? Это тоже где-то недалеко, да? Так. Вот я прям не знаю. Ну хорошо, ну давай попробуем сбегать. А, нет, это не оно. Где это? Господи. Давайте попробуем сбегать. А вдруг получится? Идем той же командой. Вроде как у нас так получается. Плохенько, но получается. Ага, сюда прохода нет. Тут пеноглушитель. Ну так как у нас вариантов особо нет. Какая разница. Зачем сдувать? У нас прохода двух все равно. Чё, собаку нам портит, да? А вдруг собака поломается? Кто отвечать будет? Тут бутылки не кидаются. Стали бы их лучше. Вот так. Кто не курит и не пьет? Идемте во тьму коридоров подземных. Собаку лечи. А что, не успела ты, собаку сняли. Ай-яй-яй. Какая-яй-яй-яй-яй. Собаку приземлили. И это не ездит. А воскрешалок тут не дают, насколько я помню. Так, а, нам сюда, по-моему. Да, это что же этот был, этот уровень? Что, попробуем рубануть этого демона? Да ну его к черту. Или рубанем. Давайте рубанем. О, рубанули. Что ж ты будешь делать? Что ж нам так не везет-то? Вроде подготовленные, с преимуществом, прокачанные. Все как положено. Пришли, блин, и нифига. Опять по второму разу заходит. Сеть еще что-то выделывается.
Тут как в этом известной поговорке. Я по два раза, не повторяю, не повторяю. Так и я тут по два раза захожу. Два боя подряд. Поехали. Блин. О, Игрун. Привет, Игрун. О, две этих. А, собака и карточка. Ну, давай. Доставай. О, выиграли. Отлично. Отличное начало. Так. Супермутанты с роботом задружились. С ума сойти. Будет со всяким. А, подожди. Так, а тут наверх надо идти, а не вниз. Я и забыл. Там наверху, по-моему, уже выход, да? Ага, босс. Сейчас мы расскажем, почем халва. Опа. Нате больше. Инопланетян там что-то он колет себе. Вот это вот плохо, что ты с собой привел толпу. Мы договаривались один на один. Ты, я и моя стража. Ты зачем с собой толпу привел? Ну, собаку на мою. Это уже нехорошо. Без собаки это уже как-то совсем нехорошо. Счастливо оставаться. Всего вам хорошего. До новых встреч. Лазить еще там с вами. И так мне собаку укокошили. Мы тут кучу всего нагребли. Не до ваших собак. Вернее, у нас тут наши теперь собаки есть. О. Вот так вот. Еще один. Такие большие ланчбоксы, вместительные. Так, не, продавать мы ничего не будем. Ага. И собака. Собака тут была, да. О, собака на плюс 50%. Это крутая собака. Это очень крутая собака. Это очень крутая, прикрутая собака. Так, что бы нам надо, кроме шоколада? Такс. А тут уже везде и так. Так, плюс 20%. Плюс 40. Не смешите мои тапки, они и так разбегаются. Вот так вот. Плюс 50, плюс 50. Удвоение производительности. Вот это я понимаю. А здесь у нас тоже 30-45. Ну, отлично. Вот это дело. Вот это дело. Так. О, опять еще какое-то задание. Но тут мы не пролазим уже никак. По этому заданию. Давайте предварительное задание. Ой, не, опять не туда. Пардон, ну прошу. Такая большая серия получается. Наверное, придется опять ее рубить на две. Так что, если что, в следующей серии уже будем
зачищать. Ну, вернее, одну разделим на две. Ну, а мы поехали дальше. Так, надеюсь, мы тут протиснемся. Попробуем сразу таким комплектом на собаке поехать. Если повезет на ней пролезть. Так, с телепорта начнем. Опять станции эти. Полетели. Недалеко нас телепортировал. Блестяшки. Еще блестяшки. Веревки. Ага, босс. Давайте попробуем его укоротить на голову. Как в анекдоте. Отрежем удаву хвост по самую шею. Ничего себе, босс такой крепкий. Крепенький, честно скажем, прямо. Да что ж ты там еще плюешься чем-то, гаденыш? Наконец-то угомонили. Сил нет какой крепкий. А тут же надо всех уничтожить, для того, чтобы на 100% пройти. Чтоб сюда можно было засылать на полную роботов. Надо полностью проходить, всех убивать. Тут вот как перед этим там сразу к выходу не получится такая тема. Тут надо всех укорачивать. Так. Ох ты шо, ничего себе тут. Ох, какие глубины. И это все нам надо пройти? Вы шо, издеваетесь? Этих еще надо будет убить. Ой, этих надо убить. Всех надо убить. Как их много здесь. Не, чувствую, мы так не пройдем. Слабовато, малеха. Так, я не хочу туда идти. Вот эти огоньки святого Эльма. Пойдемте наверх этим натрескаем. Обойдем с другой стороны. А там огонь еще лучше. Давай, собака, куси-куси. Ай-яй-яй, завалили собаку. Ну, в общем-то, на этом можно считать прохождение... Считать законченным. Хорошо, мы воскрешалку где-то тут найдем. Ага, я понял, давайте сюда слезем. Чтобы не лазить по огонькам. Тут пусто. Хм. Так, а туда, типа, хоть так, но придется залазить в огоньки. А тут что у нас? А, Игрун? Не, Игрун, давай не сегодня. Тут и так мы на краях ходим. Еще на тебя жизни тратить. Как-то желания нету. Прямо скажем. Да, так глупо и обидно потеряли собаку. На воскрешалок тут нам фиг дадут. Гадалки не ходи. Шо, босс? Давайте босса попробуем. Все равно их всех валить тут надо. Или пройдемся, посмотрим, что тут еще есть. А, вот так вот, да? Ага, вот так вот. Ясненько. Ну давайте попробуем вольнуть босса. Вдруг получится. А, или впереди стоит? Не, боюсь, что не получится. Если она будет в роли танка, ее роль на этом быстро закончится. Быстрее, чем она даже думает.
подлечилась. Удержится старушка пока что. Ага, вот и додержалась на карту. Так, сейфа. А здесь у нас... О, это кто такой? Ничего себе. Ага, ему надо слезть. Ну пойдемте слезем. Да поварку это говорит, горячая еда по вкусу. Это что значит? Знание это таинственный парень. У парня, который претендует на звание таинственного шеф-повара, есть ароматная еда. Но какие ингредиенты он использовал? Он не упомянул об этом. Подставьте эффект восстановления или усиления, но иногда вызывает побочные эффекты. Ага, ну напились мы хорошо. Его адской еды. Хорошо. Ага, а сюда только с ключом, которого у нас нет, я понял. А как нам отсюда? А, у нас еще одна веревка, как раз выбраться будет. Чем. Ну, как-то так. На дурняк наелись, это хорошо. Ну, телепортируемся в последнюю, третью часть убежища. Нас уже только трое. Воскрешалок нет. Зато много веревок. И сбоев, кстати, нет. Так, тут не до босс. А выход где? Неизвестно где, да? Так, что за блестяшки? Я надеюсь, воскрешалки. Ага, как бы не так. Надейся дальше. Ну, я даже не знаю. Давайте попробуем этих одолеть. Нас только трое. И у нас нет хила. И танка нет, и ничего у нас нет. Ну, как-то... О, стелс-бой. Это хорошо. Лучше бы, конечно, две воскрешалки. Это было бы намного более интересно. А что здесь у нас? А зачем нам золотой ключ? Ничего не понял. Ага, здесь лифт. А зачем нам лифт? Что-то я не совсем все понял. Пойдемте туда сходим наверх. Надо же узнать, где выход. В конце-то концов. Он где-то здесь должен быть. По-любому. О, привет. Получите, распишитесь. Сейчас нам тело разорвали. Не успели, но он все равно на краях. Аптечек нет.
Воскрешалок нет. Да. Ця гонитва до мосту немножко напрягает, если честно. Так, куда мы пришли? Ничего не понял. Ага, а тут что? Ключ. Ключ это хорошо, но непонятно зачем оно. А тут что? Понятно. Хорошо, это сейчас здорово. Я согласен со всем. Вы мне скажите, где выход? Дайте я догадаюсь. Нет, не здесь. Здесь лестница. Это нижний уровень, ну. Это весь уровень. Ничего не понял. Да блин, ай-яй-яй, что я нажал? Где они там ходят? Стоять боятся. Ничего не понял, где выход? Ага, вот он где. Вот этого дядьку надо убить, и будет выход. Для этого нам надо телепортнуться обратно, да? А где наш телепорт? Вот он. Мы не там свернули просто. Все понятно. Мы к нему не можем, пока не достанем. Все, пока мы не достанем ключ. Все, я. Вот теперь я все понял. Это был Фантомас. Да. А ключ у нас получается один здесь и второй там, да? Такая. Все, а в чем проблема? Ну, проблема в том, что даже если мы возьмем ключ, мы этого в конце не пройдем. Ну вот, мы украдем ключ, допустим. Мы ж того робота не затащим никак. И стелс-боем бессмысленно пользовался. Да уж. Слабоваты мы еще для этого уровня. Я еще, ну, я сейчас до конца дойду, конечно. Нельзя бросать на середине. Убьюсь об этого робота. Но я потом сяду, наверное, покачаюсь, попрокачусь и между сериями постараюсь пройти. Давайте. Сюда. Ну, может, то, что мы наелись тут этого доктора, может, нам сейчас поможет. Я, конечно, сильно сомневаюсь. Но мало ли. Мега-робота убить. Но без разговоров нам сейчас втрескает. Да уж. Такая серия грустная, конечно. Грустная.
Вроде бы и по уровню мы молодцы, но не затаскиваем, не затаскиваем. Надо быть еще более молодцом. Тут 20% прошли. Ну вот как-то так, ребята. Как-то так. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых серий. Ну, в курсе там, подписывайтесь на канал, все дела. Смотрите серии, пишите комментарии. Всем.